Наши проекты. Третий класс. Орфографический словарь. Непроверяемые безударные гласные. Мой орфографический словарик состоит из словарных слов с непроверяемыми безударными гласными. По теме «Зима». Это значит, что написание этих слов нужно запомнить. Слова стоят в алфавитном порядке. Валенки, варежки, ветер, воробей, ворона, декабрь, иней, календарь, капюшон, каток, коньки, костюм, метель, мороз, облако, пальто, погода, пороша, свитер, сорока, сосульки, февраль, январь. Всем отличных отметок, успехов, веселого новогоднего настроения! С вами Ольга Николаевна. Жду вас на своем канале в новом году!